Всем здравствуйте! Я приобрела накопительный водонагреватель Балу BWH ProPS 30 Primex. Мощностью он 1500 ватт и объемом 30 литров. Я его приобретала для дачи. Хотим летом провести воду в дом. Вот, значит, его размеры, в принципе, не очень большие. 57,5, 34, 34. Он такой цилиндрической формы. Так, имеется у него регулировка температуры от 30 до 75 градусов. Вот, и в нем имеются также толстые стенки, поэтому он, может быть, кажется чуть-чуть большим, но это для сохранения тепла. Также вот здесь имеется вот такой вот регулятор. Максимально, эко, минимально и отключить. Так, значит, также имеется защита в нем от перегрева, защита от сухого нагрева, имеется индикатор нагрева. Вот тут он находится. Вот, и самое интересное, что гарантия на него идет 5 лет. Значит, вот такие здесь параметры. В наборе имелось все, и книжка гарантийная, и инструкция по остановке. Также здесь имеются вот такие вот крепежные системы. Вешается на анкера. Вот, поэтому он мне пока стоит так удобненько и ждет, пока я его отвезу. Все такое вот цилиндрической формы, по качеству очень приятные материалы, хлипкости вообще нет, прям очень все добротно, нам очень понравилось. Вот такое название, такая вот этикеточка. Так что берите, у меня у знакомых такой же, очень много лет работает, не жалуются.